Всем привет, дорогие друзья, с вами Дреди, добро пожаловать в игрушку Кар из Кар 3, ссылку на игру я оставлю под видео, под описанием. Ну что ж, начнем, сегодня будет интересная серия, сегодня сделаем небольшой донатик. Так, идем сюда. И вроде любой донат убирает рекламу, это очень круто, ребят, наконец-таки мы уберем рекламу. Дело в том, что я 4 дня ждал, пятый день я не дождался, ребят, я хочу бомбастика купить все-таки. Если понравится бомбастик, потом по чаранию купим. Отлично, ребятки, наконец-таки мы с вами это сделали. Если будете поддерживать меня лойсами, пальцем вверх, мы с вами обязательно продолжим. Так, вот возьмем бомбасик, он, видимо, бомбы пускает. Также я обязательно куплю пчеранью. Пчеранью тоже хочется посмотреть. И потом я хочу приобрести с вами локомашину. У нас было предложение очень хорошее, я что-то не купил. Потому что, ну, пока что немножко с напряги с деньгами. Но так, я постепенно, ребятки, постепенно обязательно все это приобрету. Ну что ж, кстати, нам надо другую машинку. Небольшая ошибочка. Так, ну сейчас вроде все нормально. Играю на эмуляторе Nox. Может быть, это с этим связано, что иногда у меня бывают проблемки. Так, вот. Комбайн. Нам надо играть на комбайне. Он более мощный. И у нас 20-й левел. Продолжим. Все, я готов. Сейчас вроде не должно быть рекламок. Я очень сильно на это надеюсь. Кстати, группу ВКонтакте разработчиков я тоже оставлю под видео под описанием. Приходи, общайся с ребятами. Если какие-то баги, пишите разработчикам обязательно. Ну или так, просто поблагодарить за игру, потому что игра реально топовая, получилась хорошая. Вот, а бомбасти кидают бомбочки. Правда, бомбочки такие простые, но все равно помогают очень хорошо. Так, отлично. Мой дроид. Уже как-то попроще, полегче стало играть. Наверное. Потихоньку, помаленьку помогают все-таки. Это радует. Так, ладно. О, попались, попались. Надо быстро нажимать на все кнопки, чтобы вырваться. Ничего, мы всех перережем. Всех передавим. Отличненько. И езжаем дальше. А, оп. Так, хорошо. Блин, тут много очень ямок. Ну, вроде как у нас получается их преодолеть. Эти препятствия. Ах ты. Что это такое? А, я назад не могу ехать. Я хотел назад. Немножко проехать. Оп. Так. Отлично, перепрыгнули. Вау, 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 вау. Я не знаю, получится, нет? Фу, мы чуть не попались. Чуть, ребятки, не попались. Вовремя, вовремя прям вылезли из ловушки. Скоро уже финиш. Так, держи. Бомбы закончились, меня съели. Ладно, восстанавливаем жизни. То, ну, просто так реклама не выскакивает. Если вы хотите, допустим, дополнительную жизнь или какие-нибудь дополнительные плюшки, то придется уж посмотреть рекламу. Поэтому это поддерживает разработчиков. Так что без этого никак. Ну а так, просто она просто так не будет спонтанно вылазить. Это хорошо. Вот я раньше, когда далее нажимал, была рекламка. А сейчас? Сейчас нету. Это хорошо. Так. Тут 3 у нас звезды. Нам надо будет потом подправить некоторые уровни. Не совсем хорошо у нас получилось сыграть. Ну что ж, продолжаем. Я готов к новым опасностям. Крутим рулетку. Дырка. Может попасться дырка. Интересно, если две дырки выпало. Офигеть. Интересно, если бы 3 дырки выпало. Ничего вообще бы не получили. Так. Видно мотор, мне кажется. Броню мы не до конца прокачали или до конца, я уже не помню. Но вот двигатель видно, мне кажется, эту часть тоже бы стоило закрыть. Мощно. Ух ты. Да что ты будешь делать, застрял? Гражданский. Да подожди, ты куда ты уезжаешь? В принципе, да, я бы тоже, наверное, удирал от такого комбайна. Так, хорошо. Пока за мной никто не гонится.
О, нифига себе, как вас много. Как легок на помине, говорят. Это про них. Легки на помине. А со здоровьем у меня реально проблемки. Смотрите, как покореженная у нас машина. Нам удалось ловушку пройти. Вот сейчас надо нам вниз, вниз, срочно вниз. Все, отлично, восстановили здоровье. И давайте дальше уже поехали. Надеюсь. Смотрите, она мне помешала немножко. Давай, давай, давай. Возможно, не получится у меня нифига. Не получилось. Окей, восстановимся. Сейчас мы с вами появимся. Так, хорошо. Фух, я думал, там яма будет. Нам повезло, что ее не было. А тут могут быть ямы. Вот, допустим, яма. Так что будьте на чеки. На чеки. На чеку и оставляйте нитр немножко. Чтобы, если что, резко нажать и выровняться. Так, поддержка наша. Ну давай, 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 залазь. Что ты не можешь? Так, хорошо. Гражданский. Попались, попались. Быстро, 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 быстро. Фу, удалось спастись. Надо быстро нажать на экран. У меня три сейчас, три звезды, ребят. Это очень хорошо. Почему-то я их звездочками называю. А, ну, вот эти значки, три значка. Все, быстрее. Отлично. Справились на три значка. Идемте в гараж уже. А, броня у нас на максимум прокачана. Давайте урон прокачаем. Посмотрим, как она изменится. 5000 стоит. Ух ты ж, елки-палки, смотрите, какие грозные пилы. Офигеть. Очень много, три всяких разных. Он просто в муку, наверное, перемолит всех машинок злых, плохих. Ну что ж, дальше. Дальше у нас 22 левел. Давайте 22 пройдем. А потом я бы пошел 18 и 19. Мы тут не до конца все хорошо прошли. Тут у нас все идеально. По 3. По 3, по 3, по 3. Хочу, чтобы все было. Ух ты! Я думаю, стоит принять участие. Нам будут освободить машинку. Вертолет. Вот, сейчас мы освободим нашего вертолетика. Он нам пригодится. А, вращаем. Урон, нужен урон. Я думаю, мы справимся, ладно. Я так оставлю, конечно. Ладно, давайте вдвойне. В 2 раза больше. И в 2 раза больше шансов. Освободить те. Ну что ж, let's go, ребят, мы погнали. Поехали уже. 3, 2, 1, погнали. Фу, безумно, ребята, рад, что у нас третья часть наконец-таки. Я, честно говоря, я не верил, что будет третья часть Car is Car. Это было для меня сюрпризом на Новый год, да, подарком на Новый год. Очень хороший. Так, подождем. Сейчас пускай она нас загонит. У нас еще 6 гранаток есть. Вот. Давай еще догоняй. Отлично. Это было легко. Освободили. Идем в монстерпедию. И тут умножим очки. Вместо 1200 нам 2400 дадут. Нифига себе, смотрите, она где в самом где-то в конце. То есть очень дорогая. Кетчуп мы не освободили. Вот эту синюю тачку. А голубую синюю. Что ж. Отличненько, отлично, ребят. Можно было еще поиграть за вертолетик, было бы просто супер. Но, к сожалению, пока что нельзя. Так, уровни. 63 нам надо медалек, чтобы освободить босса. В босса, я думаю, мы в следующей серии с вами поиграем. Пока что я бы... Давайте 18 пройдем до конца уже. И 19 тоже. Я понимаю, хочется увидеть босса, хотя, возможно, вы его видели уже у других летсплейщиков, обзорщиков, блогеров. Так, ну можете посмотреть у меня. Я обязательно сниму это. Так что подписывайся, если не подписан. Ох ты, нифига себе! Что случилось? А, вот ты еще здесь. Замечательно.
То есть нам надо хулиганить, чтобы получить очки в этой игре. Так, можем просто на них наступить, они сами. Ух ты, нифига себе! Ва! Офигеть, я не понял, что произошло. Окей. Восстановились. И поехали дальше. О, она провалилась. Думаю, что такое? Мы сейчас довольно-таки сильны, у нас есть шансы. Отлично, получилось. Но достижение ультра убийств. 3000 нам дали. Круто, крутяк. Вертолет. О-о-о, давай, 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 пролазь. Мне нитро очень мало было. Тут нам точно нужно нитро, чтобы подпрыгнуть. У нас 3 медальки есть. В принципе, нам надо только пройти все. Отлично. Того у нас. Почти 2000. Давайте умножим, вдвойне сделаем. 4000 почти что. Ну что ж, сразу в гараж идем. Посмотрим, что тут можно прокачать. Тут можно даже устройство нам прокачать. Магнит-то у нас есть. Можно регенератор прокачать. Либо же бомбу. Но я бы хотел... Давайте нитро прокачаем. Ух ты ж, елки-палки, смотрите, какие колонки. Офигеть, очень круто сделаны такие мощные колонки. Усилки. Звук 5.1. Обалдеть. Да, это мощно. И давайте турбину прокачаем еще. Ух ты ж, елки-палки, вот это... Теперь явно самая крутая тачка. Так, ну что ж, погнала. Погнала завоевывать территорию. Дальше. Ну, вы видели, ребята, какая она мощная. 19-й, давайте пройдем 19-й. И тогда мы просто отличниками будем. Кобы делают все возможное, чтобы вас поймать. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы от них оторваться. Окей. Нам этого вполне хватит. Заберем и едем. Погнали. Круто. Вау, просто посмотрите на это. Обалдеть. Как мы закрутились. Это было мощно. Потом, я думаю, мы даже будем снимать серии. Просто будем по фану угорать. Всякие трюки делать. Ну-ка, кыш отсюда. Кыш, 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 кыш. Взрывайся нафиг. Взрывай все. Так, замечательно. Обходим, обходим. Получилось. Отлично. Мало здоровья. Вот это плохо. Все, все, отлично. Взяли здоровье. А вот это не стоит брать. Давайте подождем, пока будет зеленое. А теперь можно. Острые зубы. А, это у меня стали острые зубы на время, да-да-да-да-да. Так, аккуратно. О, попались. Так, вырывайся, вырывайся. Жми на экран. Я жму на кнопки. Я на эмуляторе. Если это у вас игра не идет, я знаю, что у некоторых нету крутых телефонов. Скачайте эмулятор, я вот на ногте играю довольно-таки неплохо. Ну, бывает, иногда вылетает. Скорее всего, это из-за эмулятора, возможно, проблемки. Но в целом он довольно-таки хороший, ребят. Замечательно. В смысле две? Я думал, я на три выиграл. О, там еще можно кого-то освободить. Давайте попробуем. Конвой. Вы мне нравится. Кетчупа надо освободить. Я готов. Готов, приятель, сейчас я буду. Нифига себе урон. А будет 40? Я хочу, чтобы он был 40. Окей, 40% здоровью и нитро. А, к урону. Что ж я говорю, к урону. Конечно же, к урону.
Так, спецмиссия началась. Погнали. Ну, Нитро мне, конечно, нравится. Смотрите, он прям как по маслу их убивает. У нас всего лишь минутка. Вот это... Нифига себе, я прям на нем ехал. Сейчас, надо будет взад его таранить. Да что ты будешь делать? Ладно, у меня есть бомбы. На этот случай. Нифига себе, он подпрыгнул. Куда он улетел? А, вот, все, освободили. Освободили нашего кетчупа. У него кликуха кетчуп. Ну, окей, монстропедия. Сколько за тебя дадут? 800, 1600. Мы умножим. Ну, отлично. Назад. Уровни. Нам надо все-таки переиграть. И пройти уже 19-й. Сколько можно уже? Сейчас постараюсь пройти. Так. Ничего не будем брать. Ну, в смысле, так и оставим, как будет. Так. И go. 3, 2, 1, погнали. Кстати, игра уже довольно-таки популярна. Почти 100 тысяч у них уже игроков у этой игры. А я когда снимал, там вообще очень мало было, наверное. Человек 10 или 20. Она вот только-только вышла. То есть вообще единицы играли в нее. И быстро так набрали популярность. Так что миллион у них 100% будет. Но я бы хотел 100 миллионов, чтобы у них было. Если у них будет 100 миллионов, даже 50 миллионов, возможно, даже, скорее всего, выйдет и четвертая часть. Либо же будут больше всяких обновлений в третьей, во второй части будет какое-то продолжение, может быть. Так, отлично. Надо добраться до аптечки. Вон она наверху. Отлично, удалось. Удалось. Пускай. А, уязвимость. Я думал, копы поедут. У нас всего лишь уязвимость. Чуть больше половины прошли препятствий, но... Пока что у нас нет трех медалек. Нам надо три медальки. О, нет, блин. Как же неловко. Окей, возрождение. Стоп, стоп, стоп. Пускай догонит меня. Так же... Нифига себе, мы выбрались. Нам еще совсем немножечко осталось. Отлично, все, сервис. Три медальки. Теперь можно проходить. Ух ты ж, елки-палки, нифига себе, я подлетел. Засчитали, да, отлично. Блистательно. Идем дальше. Так, ну как вы видите, ребят, все, все у нас отлично, все у нас очень здорово, очень хорошо. Все у нас на 3. На 3, в смысле, звезды, на отлично, на 5. И вот последний левел сыграем, последний уровень. И на сегодня все. А уже в следующей серии у нас будет с вами босс. Посмотрим на этого эпического босса. Одна дырка. Две дырки. Три пока что у меня дырки не было. Берем, забираем. И вперед, let's go. Играют в Play Market, если ссылка как-то не сработает. Переходи в Play Market, набери кар из кар 3. Карт с... Как-то там, в общем, злые машины. И ты обязательно попадешь. Найдешь эту игру, скачаешь. И будешь наслаждаться этой игрушкой. Ух ты, нифига себе, очень мало времени. Надо жать на все. Удалось спастись. Отлично. Получилось. Ну, ах ты, смотрите, какой поливает горючей смесью, чтобы меня поджечь. Чтобы я не доехал до финиша. Ну, мы-то с вами матерые. Мы с вами ведомые. Ну, в смысле, ведаем, знающие. И у нас все получится. Даже если не на отлично, то мы пройдем. Ну, какыш. Какая... Блин. Давай уже едь. Шокеры меня. Ударил, и я просто ничего не мог сделать. Ну-ка, стой. Что ж такое медленный?
Вообще полицейские так сильно мешают и шокерами своими бьют. Я же назад еду. Острые зубы, отлично. Так. Легко справляемся. А вот этого не надо брать. Я взял. Полиция. А, сейчас полиция приедет. Фу, я чуть не упал. Чуть не упал, ребят. И не разбился. Ух ты ж, елки-палки. Круто. Фу, чуть не упали. Давай, давай. Отлично. А, нет, нифига не отлично. Не знал, успею, нет. Отлично получилось. Нитро очень мало. Вообще нитро нет у меня. Давай, 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 давай. Все. Все, ребят, прошли. Причем прошли на отлично. Я думаю, на этом моменте можно закончить. С вами был Дариди. И, ребят, играйте в хорошие игры. Мы обязательно пройдем эту игрушку полностью. Так что ставь палец вверх, и будет все круто. С вами был Дариди. Всем скоро. Пока-пока.